дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Ведьмак 3 Дикая Охота, мы находимся где-то в глуши. На самом деле мы находимся в чуть более плохом месте, потому что мы нашли вот эту деревню и узнали, что какие-то непонятные солдаты ее сожгли к чертовой матери, вместе со всеми ее обитателями. Допустим, заперли людей в сарае, ну и, собственно, подожгли его. Один выбрался, он снизу там прятался, ему цепом по башке дали, проломили. Короче, пипец, что происходит, гражданская война, и тут, вернее, не гражданская, тут просто война. Это жутко. А здесь был один товарищ, он спрятался в погребке. Вот тут вот. В итоге дверь подперли с этой стороны и сказали, что тут ты и сдохнешь. То есть заставили его умереть от голода. Ну как заставили, ну вы поняли. Заставили. Ты умрешь от голода и тому подобное. На самом деле очень жуткая история. Но вообще это по сути не основной сюжет и даже не сайд-квест. Это просто одна из тех историй, которые делают этот мир живым. Хоть и очень жутким, конечно, именно живым. У нас все хорошо, мы продолжаем исследование окружающего мира. Мы немножечко отдыхаем от сюжетных заданий, потому что их что-то в последнее время было слишком много. Здесь у нас какой-то... это лагерь бандитов. Давайте сходим. Сегодня наша цель вообще двигаться вот примерно по этому вектору, потому что где-то здесь школа волка, по-моему, я не помню. Ну, короче говоря, здесь интересно. Этим мы и будем заниматься. А после этого уже займемся сайд-квестами, немножечко передохнем от, ну, вы поняли, всего. У меня в последнее время слишком часто проскакивает фраза «ну, вы поняли». Ну, вы поняли. Надо это прекращать. Потому что иногда я сам не понимаю, что я говорю, когда говорю «ну, вы поняли». Да, у меня, кстати, новое зелье, которое мгновенно лечит. Не как ласточка, смотрите. Но пока не очень сильно. Так. С этим чуваком надо будет разобраться в последнюю очередь. Здесь у нас... гораздо более привлекательные цели. Так, теперь ты. Хорошо, сейчас мы пересядем поудобнее, потому что в начале серии это нужно сделать, иначе серия будет плохой. Ну давай, чё? Нет? Нет, это не работает. Хорошо. Ой, недалек. Да, но в принципе школа Грифона и ее комплект неплохо, конечно. Неплохо так прокачивать знаки, они становятся сильно-сильно-сильно-сильнее. Сильно-сильнее, что? В общем, вот такие дела. Хорошо. Теперь еще нам с вами нужно пойти туда, как раз вот куда я вам только что говорил. Сначала сходим сюда. Потом посмотрим, что по другую сторону мостика. У нас по-прежнему ночь. Но в целом мне все нравится. Так, вот мы передохнули. И теперь мы помедитируем, наверное, один часик до двух ночи. Ночью мне нравится бегать по таким местам интереснее, атмосфернее. Вернее, я не знаю, что я сегодня несу. Нравится интереснее. То есть мне нравится больше бегать по таким местам. Интереснее. Сегодня я какой-то, как и вчера, в принципе, такой же странный человек. Хорошо. Слушайте, накеры, идите накер. Надоели уже накеры, просто они как бы... все, что мне от них нужно было, я уже получил. Ну, чтобы вот это вот зелье у меня было. Спрятанное сокровище. Кто тут у нас самый ушлый? Опять щитовик есть, да? Ненавижу, блин, щитовиков. До свидания. Как скажешь. Так, хорошо, теперь с тобой. Что-то не особо так. Здравствуйте. До свидания. Это хорошо. Я люблю сокровища. Сегодня у нас боевито, да, все идет. Так, это не то, что нам нужно. А где то, что нам нужно? Вот это вот то, что нам нужно. Тоже не то, что нам нужно. И это не то, что нам нужно. Возможно, у тебя.
Нет, так, перегрузка всяким мусором. Надо будет повыкидывать все, что мне не нужно. Так, спрятано от всего мира. Прочитать найденное письмо. Ну-ка, это откуда у нас вообще такое? Это, наверное, фото с сокровищами. А, говорят, дорога в преисподнюю вымощена любопытством. Ведьмак же уверен, любопытство мастит дорогу к богатству. А потому, найдя письмо с упоминанием о сокровищах, Геральт решил прочитать его как можно более внимательно. Ну давай. Жги. Слушай сюда, тупой мудак. Если будешь держать добычу у всех на виду, она у нас надолго не задержится. Ты что, думаешь, кроме нас тут нет разбойников? Ну ты-то, может, так и думаешь. Я знаю, что ты болван. Так вот, что я тебе скажу. Нет, есть и другие. Так что будь хорошим мальчиком и перепрячь добро в такое место, где только мы с тобой сможем его найти. Иначе тебе гузно так надеру, что она покраснеет, как арбуз. Меткий. Хорошо. Ну и пока мы здесь, давайте мы скинем что-нибудь дешевое. Допустим, вот это вот. Допустим, нет, это не дешевое. Вот это. Вот это. Вот это. Да и вот это. В принципе, просто понимаете, в чем дело? Денег мне хватает. И ингредиенты, которые у меня вот тут вот находятся, и вот тут вот находятся, мне их выкидывать жалко. Потому что, в принципе, я их все оставил в разумном количестве. Хотя, конечно, вот грибов... Грибов, конечно, я немножко борщанул. При том, что они довольно серьезно весят. Поэтому давайте-ка я выброшу, наверное, 40 штук. Можно их продать, конечно, но это очень далеко сейчас от меня. Ну и, собственно, как-то вот так. Так, хорошо. Это мне далеко идти, нет? Да нет, прям тут. Это как раз где накеры, которые все никак не пойдут накер. Радость, до свидания. Тихо, тихо, ребята. Я немного против. Так, ладно, тех бить не будем. Это не наша цель на сегодня. Нам за это денег не платить. Так, ну что, как думаете, где оно здесь может быть? Угу, понятно. Так, штаны сапера. Вырванная страница от вас получится. Это мне не нужно. Хорошо. Так, ну и в принципе, короче говоря, с этим делом покончен. Ну, было прикольно. Теперь мы с вами пойдем вот сюда. И отсюда... Нет, мы с вами пойдем вот сюда. Отсюда переплывем сюда, потому что здесь, как вы видите, мы уже были. Здесь у нас все почищено. Есть какой-то городище, правда, интересный. Но я думаю, до него у нас дойдут руки потом. Поэтому просто к берегу. Тем более давненько не бегал, я соскучился по этому делу. Слушай, говорит, ты тупой мудак. Блин, ветрище такое. Вот бы у нас такое ветрище был. Мозги-то по-прежнему плавятся. Мне завтра привезут кондишн. И, наверное, это прикол. Господи, только не ты. Да, блин, не так. Блин, второй удар все время хватает. Не то, чтобы ты была какой-то там особо стрёмной, но просто противно, реально отвращение вызывает. Аж улетело. Так, я бы не лез в эту воду. Хотя... Фу, пакость. Так, давайте чего-нибудь съедим, а то мы много чего берем съедобного и вообще ничего из этого не употребляем. Так, ладно, допустим, и отсюда мы с вами сейчас без лодки, конечно, но поплывем на другой берег. Ничего, это, я думаю, лишним не будет. Так, хорошо. Плывем, в общем, вот сюда. А здесь у нас, похоже, какой-то населенный пункт. Ну, сейчас мы его откроем, все станет понятно. Так, ну что, осилим такой заплыв? Берег. Что-то плавает, но где-то далеко, поэтому пофигу. Ух ты.
А что это там такое? А это растение, похоже. Что-то плавает, но уже поближе. А, все равно фигня. Так, ладно, это растение. А вон там у нас что-то любопытное лежит, да? Ого, тут рыбы. Новая отметка, сокровища под охраной. Под чьей охраной? Я там слышу утопцев. Ненавижу, блин, утопцев. Там еще какой-то прохаванный утопец. Ну ладно, давайте маслом от трупоедов воспользуемся. Это нам пригодится. Улучшенное тем более, да? Так, хорошо. А куда звук пропал? Как будто я не знаю. Ненавижу, блин, утопцев. Сейчас меня точно заколупает. Как же вы меня бесите-то? Вот это вот самое главное заломать. Он самый противный из них. Так, спокойно, ребята. Хорошо. Теперь победим. Куда же вы пошли? Испугались меня, что ли? Да блин. Просто какая-то невероятная херь с этими утопцами все время. Ненавижу, ненавижу. Фух, какие же вы поганые. Япона, мать. Фу, пакость. Ну его нахрен, короче говоря, этих утопцев. Постоянно. Так, длинный камень. Ну, штаны сапера подобрали. Сейчас опять перегруз, небось, будет. Так, хорошо, давайте посмотрим. В итоге у нас, значит, вот такая вот штука есть теперь. Но она тоже не особо и стоит не особо много, честно говоря. Разобрать бы ее, но я думаю, она того не стоит. Так, это тоже стоит... Не так много. Не знаю, наверное, я вот от этих вещей избавлюсь. Хотя, конечно, охотничьи сапоги это круто, но вы же меня съедите, если я не буду пользоваться ведьмачьей броней, поэтому я оставлю ее. Так, в общем, это бросить. И вот это бросить, наверное. Я просто надеюсь, что в городе там сейчас какой-нибудь будет кузнец или что-то в этом роде. А что если деревни вообще заброшенные, там какие-нибудь чудища живут, поэтому давайте немножко передохнем. Ну, кстати, я бы не сказал, что это прям деревня, это какой-то постоялый двор, что ли. И он, кстати, заброшенный, походу, потому что там то ли гуль, то ли альгуль. В общем, все очень плохо. Гули. Гули при своем гораздо более стрёмном внешнем виде гораздо менее опасны. Чё-то я сегодня опять лезу на рожон, надо прекращать. Тихо. Я знал, на чё иду, все нормально. Сюдас. Так, хорошо. Я так понимаю, здесь никто особо не живет, да? Что-то есть у меня такие подозрения. Трупов, по крайней мере, пока не видать. Кстати, свет зажжен. Место выглядит вполне себе как обитаемое, но оно вроде как необитаемое. Так, гниющее мясо, офигеть. Может, здесь кто-нибудь не очень хороший жил? Хм. Смотри, печка, да?
Странно. Может, хозяев недавно убили? Давай тогда пока огонь потушим, а то сгорит домик. Ну смотри, колыбелька детская. Что за место? Ох, непонятно. Вполне возможно, что попозже мы это узнаем. Слушай, у меня оружие ломается. Вот что я хочу вам сказать, среди прочего. Поэтому давайте-ка мы, наверное, починимся. Так, это у нас для брони. Так, а какой у нас? А, вон, понятно. Угу, хорошо. Теперь у нас получается... Здесь состояние 60%, здесь состояние 80%. Давай еще одно. Теперь там состояние у нас, ну-ка, давай, порадуй меня. 75, ну пойдет. Гамбизон верденского лучника. Сколько, блин, всего дают, я не знаю, просто глаза разбегаются. Да, да, броня ведьмаков лучше. Я не спорю. Хорошо, на самом деле мы довольно быстро добрались. Я думаю, мы всю серию будем идти вот по этим местам. У нас осталось, по сути, вот это. Причем я практически уверен, что это по своей сути просто гнездо чудовищ. А вот здесь, наверное, ведьмачьи древности. Я просто не помню, какие именно, поэтому туда придем и это обнаружим. Ого. Так, ладно, не надо. Ага, понятно, опять трупоеды. Хорошо. Ненавижу трупоедов. Ладно, хоть не утопцы. Здрасте. Жми его к стене быстрее, пока он не ушел, молодцы. Опа. Чуть не попал. Так, нам нужно куда-то подняться. Или лучше тут их встречать. Ау. Я чего-то не понимаю, или у меня какое-то бессмертие? Видели, они мне несколько раз попадали. Драка в коммуналке. По-любому. Ничего не видел, тупо махал. Это, судя по всему, просто место какое-то освободили, куда сейчас люди заселятся. Ну да, ну да. Я-то думал, это ведьмачьи ценности. Ну ладно. Так, хорошо, давайте тогда посмотрим. Все, нормально. Эй, ведьмак! А на том, чтоб чудовищ убивать, можно видно, заработать. Человек бывал. Да, на это дело так как бы мне, к нему умело подходить надо. Раз в неделю лупить. Или больше надо. Если у меня сын родится, назову Геральта. Покупать будете или смотреть? Тратуйте. Покажи мне свой товар. Я еще не придумал. Так, что у вас тут есть интересного? Все малый, да? Малый. Угу. Так, это стало быть пергамент. Это стало быть... Ага. Это мне не сильно нужно, как бы. Я их и так в достатке нахожу. Давайте мы будем продавать то, что есть у нас. Допустим, денег у него, конечно, мало. Поэтому надо будет у него что-нибудь купить еще хорошего. Только я не вижу, что тут хорошего можно купить. Дадим вот это. Продадим топор, который мне уже не нужен. За мало денег, конечно, берет, но ладно. Я, в принципе, у меня денег вообще очень хватает в этой игре. Не знаю, ни разу с ними проблемы какой-то не было. Так, все, на это уже... А, ну, блин, не хватает чуть-чуть. Так, хорошо, можно толкнуть один обычный камень какой-нибудь, вот это вот, допустим. Нет, лучше вот этот. Хорошо, теперь.
Пятая эссенция у нас, по-моему, да? Угу. Это стало быть масло. Так, что-то тут мне было нужно, но я не помню что. Ладно, между сериями вспомню. Так, хорошо, дай мне чертеж. Ага. Ну и в принципе пойдет. Прощай. Прощайте. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Император поведет нас прямо на Новиград. Варвар. Блин, красиво. Просто реально интересно бегать по миру. Но мы с этим заканчиваем на самом деле. Потому что сейчас мы пойдем в Новиград и будем дальше двигаться по квестам. Это был небольшой отдых от всего этого дела. Хотя нет, вы знаете, мы сейчас пойдем не туда. Ого. Стой! В смысле, стой, это я вам это все. Смотри, приплыли. А? Эй! Прикольно. Император. Смотрите на ее ноги. Прямо на Новиград. Ой, верно ты выглядишь. Странно и прикольно, короче говоря. Я говорю, вот этот мир делает, просто делает мир. Всякие вот такие моменты. В общем, мы с вами сейчас пойдем по ведьмачьему заказу. Там на 20 уровень был, а у меня сейчас 15. И вроде как будет сложно, но я не думаю, что будет прям уж сложно. Хорошо. Кто-нибудь видит? Кто ты? Почему ты тут ходишь и почему всем на это плевать? Ладно, так, сделаем отслеживать тайная пристань, новое задание. Давай посмотрим. Блуждая по Веринским болотам, Геральт набрел на некие записки, оставленные отчаявшимся солдатом. Ведьмак решил их прочесть и вскоре выяснил, что чтение это было не бесполезно. Конечно. Идите в армию, говорили, бейтесь с нордлингами, говорили они. Донесите знамя Великого Солнца до самых драконьих гор, пусть император вами гордится. Конечно. Но я и пошел, послали меня в Велен. Есть такой... Если такой весь север, то клянусь всеми богами, не понимаю я, зачем мы сюда премся. Уныло кадило. Горб да могила. Сидим тут уже больше 2 месяцев. Риданцев я еще даже в глаза не видел. Вместо того, чтобы идти в бой, выполняем приказы один другого глупее. Теперь сержант послал нас искать какой-то сундук ценности, награбленный у нордлингов, вроде как. Упали с телеги, когда транспорт шел на юг. Бродим по болотам 3-й день. Все, что мы нашли, дырявый башмак и коровий череп. Бессмысленно все это. А если вернемся без сундука, посадят нас в карцер и заберут жалование за 3 недели. Так что будем искать во славу Родины. Угу. Понятно, какие-то наметки есть. А, вон, смотри, меня аж подвели туда, да? Накеры или утопцы? Утопцы. Ненавижу, блин, утопцы. Смотри, сразу, без разговоров. Хотя какие разговоры от утопцы? Ляпну тоже иногда. На 4-й уровень, это мы сейчас капусту срубаем. Хорошо. Вот и оно. Ладно. Собственно, и все. Так, хорошо, с этим делом мы закончили. Ну, тут на карте, как вы понимаете, мы еще ни с чем не закончили. Еще вон сколько всего. Но, тем не менее, мы уже изучили львиную долю всего этого. И сейчас нам с вами... Поначалу, знаете, что мы сделаем? Поначалу мы с вами придем в Оксенфорд и там починимся. И починим свою бороду, среди прочего. Потому что прическа, ладно, наверное... Хотя нет, я, наверное, верну классическую. Так, в общем, что я хочу... Я хочу сейчас прийти к ближайшему бонфайру. Ну да, ну да. После этого мы попадем сюда. Здесь зайдем в парикмахерскую. Починим все, что нужно. А после этого займемся ведьмачьим заказом. Я просто соскучился по Оксенфорту. Очень сильно. Смотри, они тут прям все осваивают. Прикольно. Так, меч убери. Что-то как не родной. Я видел тебя вблизи. Неплохо, почистили уже. Честно, нравится. Глаз Нихалена разрушает иллюзии, открывает доступ к новым местам в игре. Получить этот артефакт можно в Велине. Я, кстати, скачал, ну, все DLC, которые вышли на данный момент, но пока я не видел бы там новой броня и тому подобное.
Значит, этого я не в курсе. Трис сменил одежду на обычную, потому что мы увидели, что в последних сериях было. Тебя ждет смерть от отравления. Ребята, так, мне нужен бронник. Бронник заберет у меня все, что мне не нужно. Дядя Бронник, ты где? Такие, как ты, только болеют. Учиняй. Здравствуйте. Приветствую еще раз. Так что, подкинешь мне интересной работы? Вполне. Покажи, что у тебя есть. Короче, смотри, дядя Бронник. Вот смотри, там реликт, что ли? Это не тот, который я ему продал. По-моему, тот как раз. Но мне нафиг не нужен. Да, это все я ему продавал, по-моему. Так, вот, смотри, тебе такая штука. Забирай. Денег у тебя, конечно, могло бы быть и побольше. Вот так вот. И, в принципе, я в целом доволен. Что тебе еще можно? Двемеритовые кандалы можно разобрать на двемеритовую руду. Ну, я их просто, наверное, продам. Потому что руды у меня хватает, опять же. Так, ну и починим все. Окей, хорошо. Будь здоров. Давай. Не поднимай руки, подмышки пахнут. Кто его искал? Так, теперь вспоминаем. Мужчина, не блюйте. Не при дамах. Где-то здесь у нас был, по-моему, парикмахер. Ага, все понял. Ладно, хоть не бухой, как тот. Стрижка есть, мне нравится, уходи такой. Пострижет ровно. Мое почтение. Чем могу помочь? Стригите меня классически. Чтобы я был похож на Геральта. Так, прическа. Длинные волосы, узел на затылке. Это оно? Да, классическая Геральтова прическа, вроде. Узел на затылке. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, ну и стало быть... Сейчас, по-моему, будет узнаваемая морда, более-менее. Я не знаю, прическа то ли та, то ли не та. Давайте посмотрим, если что-то еще пытаем счастье. Хотя не, это та самая прическа. Хорошо, так, теперь мы с вами берем... так, доп. Задания у нас пока интересных особо нет. Ну, скачки там, всякое такое. Вопрос жизни и смерти. Это Стрис, но говорят, что это очень надолго, поэтому этим я займусь чуть попозже. Это просто опять в Новиград надо идти. Сейчас, короче говоря, мы займемся вот этим вот, таинственные следы. В залипе Геральт получил довольно необычный контракт. Некий охотник обнаружил в лесу странные следы и искал кого-нибудь, кто бы сказал, какой твари они принадлежат. Приступим. Надеюсь, все те люди, которые хотели классической прически для Геральта, довольны. Хотя я что-то не помню, точно классическая прическа для Геральта? Как-то слишком густая она, нет? Черт его знает, не помню. Ну, нормальная тоже. Хотя многим, опять же, не понравится. Вне зависимости от того, тает прическа, не та. Ой, поэтому я не буду просто слушать и все. Так, короче, залипи. Деревня, в которой мы, среди прочего, встретили лето. Ну, мы его не там встретили. Ну, в общем, тут происходила основная часть действа. Один из самых крутых квестов в игре. Но самый крутой пока что был в Коломнице, в башне. Что? Еще один? Вон из нашей деревни! Довольно уже ведьмаки здесь вреда наделали. Че такое? Слышал? Убирайся отсюда, мутант гребаный! Что тебе такого сделали, ведьмаки? Что сделали? Пришел один такой, 2 дня жрал у нас, размышлял, значит, а потом и говорит, что милостиво согласится чудовище убить. Спрашиваю его, во сколько это нам обойдется? А он, что, дескать, не хочет денег, потому как видит, что беда кругом. Странно. Ну, допустим.
И чего же он хотел, если не денег? Сказал, что в награду достаточно ему того, что у меня есть, но о чем я сам еще не знаю. И ушел. Только он за порог, моя девка врев. Спрашиваю, чего плачет, она говорит, мол, не сдержусь, прибью сукина сына. Все понятно. Так, и что? Ребенок? Скулит глупое, что бедного ведьмака чудовище уконтропупит. И из-за него, спрашиваю, такой рев? Ну, тут она мне и сказала, что он ее дурным глазом зачаровал и соблазнил. Хм. И вот она, значит, его награда. Ведьмачий ублюдок. Вообще-то, как бы... Ну ладно, не будем его переубеждать, но... Хотя, может быть, тогда... Ну ладно, давайте... Если вообще. Это был настоящий ведьмак, беспокоиться не о чем. У нас не может быть детей. И слава богам! То-то бы вас расплодилось! Но того, что мне дочку коварно отымел под моим же кровом, не прощу! Говори, где он, я этим займусь. Так на кладбище? Чудище убивает! А чтоб ему трупоед кишки выпустил, ёбарю поганому! Ну давай. Это интересно. Разбойники, грабители. Так, это то самое кладбище, нет? Где мы эту кладбищенскую бабу били? Да, то самое кладбище. Любопытно. Занимательно. Господи, Гербит, прекрати. Так, мы отсюда подняться сможем? Нет, я не помню. Давайте лучше так пойдем. Потому что кладбище, там под ним еще пещеры были, и ничего хорошего в этих пещерах не было. Не хочу туда снова нарываться. Хорошо. Там еще много таких, я так подозреваю. Любопытно. И что бы это могло быть? С моим, как... Он бухой, может, шел тут? Нет, я не знаю. Ага, ведьмак. Че, он там плачет, что ли? Спасибо, спасибо. Очень ты вовремя. Еще бы миг, и гуль меня бы по косточкам растащил. Собственно, я подумал, может, не вмешиваться, а понаблюдать за неизвестным... боевым искусством. И откуда у тебя знак наш? Какой ведьмачьей школе ты принадлежишь? К школе улитки? Тогда откуда у тебя медальон с головой волка? Ты настоящий ведьмак. Да, и настоящие ведьмаки несут в штаны при виде несчастного гуля. Отвечай, откуда у тебя медальон? Купил у бродячего торговца. Ой, нет, крестьяне идут. Не выдавай меня, умоляю. Кто-то охренел, что ли? Чудовище убито! О, а это что такое? Двое ведьмаков. Мы с одним договаривались. Здесь только один ведьмак. А это мошенник, который бродит по деревням и дурит людей. Нет, все не так. Я все объясню. Мошенник! У нас тут для ловкачей свои наказания. Спасибо, что нам его выдали, мастер-ведьмак. Нехер ведьмаков подставлять. Взял чью-то дочку там потрахал. В итоге, короче, всем ведьмаков плохо думают. Отведите его к деревенскому старости. Верно. Он-то решит, что с паршивцем делать. Напишите в комментах, я правильно поступил? Ну, чисто вот так вот. Платил, по логике. Руку отрубить. Думаю, ваш староста и для такой провинности найдет наказание. Аж сразу заберите, а медальон бросил. Все очень плохо, чувак. А теперь прощай. Я хрен был ерундой заниматься. Ну, я справедливо с ним поступил, нет? То есть человек позорит наш орден и нашу профессию. Из-за него в итоге ведьмаков бог ненавидит. Гроза надвигается. Поэтому... Еще и потакать ему, да нифига подобного. Я считаю, что недостоин.
Так, хорошо, вернемся к нашим баранам. Ох, погодка. Ох, нам бы такую. Чтобы стало холодно. Чтобы ходить в кофте. Гребаная жара. Вообще, на самом деле, я люблю жару. И легко ее переношу, но это уже просто вообще дурь. По поводу заказа. Известно, что это за чудовище? Здоровенная должно быть тварь. Дюжину волков перебила. Кишки им выпустила, но съела не все. Значится, от злобы убивает. И рычит, и воет по ночам, аж страх берет. Люди в лес зайти боятся, хоть в деревне голодно. Давай посмотрим. Я бы мог заняться вашим чудищем, но не бесплатно. И сколько вы хотите? Слушай, он неплохо платит так-то. Давай на 300, я думаю, сговоримся. Много. Но за такую работу... Скиньте пару крон и договоримся. А так норм будет? Много. Но за такую... Ладно, хрен с тобой. Так, 270, да? Много. Вот ты посмотри, какой упертый. Ладно, уговорил. Столько мы готовы заплатить. Гад. Ладно, торгуйся плохо. Я займусь этим. Ну, Геральт, я имею в виду. Нам, значит, посчастливилось, что вы сюда забрели. Удачи. Обыскать лес, используя ведьмачье чутье. Достаточно далеко. Такую погоду будет не видно вообще ни хрена. Это хорошо. 20 уровень, значит. Я только сейчас заметил, что броня вся поблескивает. Мне кажется, я знаю, куда, короче, эти следы приведут. Как раз в ту пещеру под кладбищем. Потому что я там был, и оно было пустое. Я подумал, а нафига оно там вообще? Ого. Вот же туша. Неплохо. Смотри, поубивало, да? Те самые волки. Монстр перебил целую стаю. Монстр перебил целую я стаю. Понял. Так, ну и где? Короче, тут поднялся наверх. Ого. Ладно, хоть по земле передвигается. Тихо, это что за хрень? А, это какой-то куст просто. Я подумал, спиной кто-то стоит опасный. Лучше соберу, чтобы не пугаться. Смотри, когти тащит. Он оставил порядочный мех, и когда терся о стул, запах все еще держится. И кто же это? Так, сейчас по запаху тебя вычислим. Хорошо, я на самом деле не выследил запах, поэтому давайте-ка вернемся. Не засек его. Слушай, может, до следующей ночи дождаться, потому что... Что-то как-то солнце слепит. Половина отблесков. А вот смотри, что-то, наверное, есть. Да ну? Воняет, как говно беса. Да. Старая и засохшая. Видно, тварь тут была довольно давно. Кустики будем собирать. Ну, как бы я понимаю, что они сюжетные. Но надо собирать.
Любопытно, я не вижу каких-то особых следов, поэтому, знаете, я, наверное, сейчас реально до следующей ночки тут передохну, потому что эти тени просто сбивают с толку. Это вот так вот. 15 уровень, кстати, довольно долго набирается. 14 мы набрали там по сюжету очень быстро, а тут он поди что. Так, буря все еще продолжается. Хорошо, а мы продолжаем искать. Мне что-то кажется, что все-таки что-то около этого дерева, нет? Здесь в некоторых местах просто бывает такая зацепка, там как точка, пиксель в воздухе висит. Его нужно подойти, увидеть, и еще чтобы кнопка А появилась. Ну, для использования. Поэтому не все и не всегда так просто. А, ну, смотри. Короче, мы идем в ту пещеру. По любе. Придется найти другой путь. Я был в этой пещере. Осталось вспомнить откуда. Так, у меня, по-моему, на карте вот отмечен вход. А нет, я был вот в этой пещере. Так, немножко другое. Так, отсюда я, значит, никак не поднимусь, да? Слушай, что-то прям любопытно стало, кто же это такой? И что же это? Воняет, как говно беса. Да, старая и засохшая. Видно, тварь тут была довольно давно. Мне почему-то кажется, что оно где-то под водой вот тут. Я на самом деле лучше наверх поднимусь. Ого, что-то у вас тут какое-то стрёмное стоит. Короче, вот стоит дерево, да? Прям под деревом вход. Но отсюда мы спуститься не сможем. Скорее, сейчас... О, Геральт, что же ты? Что же ты, Геральт? Слушай, да поднялся легко вообще. Я не знаю, по-моему, разработчики были немножко другого мнения по поводу того, как, собственно, и что тут делать. Но мы сделали это так. Так, как думаете, кто там? Я думаю, там... Мы... Огр? Нет. Зверь? Нет. Наверное, я, короче, не буду ничего применять. Смысл-то в этом. Так, хорошо. Нам с вами нужна кошка. Держи. Кстати говоря, я хотел проверить там кое-что. Ну-ка. Это зелье улучшить как-нибудь можно, нет? Так, сохраняшечка. На самом деле, вы знаете, по-моему, я ошибался. Именно так сюда и нужно проникать. Или вон оттуда вход. Хрен его знает. Так, рыбочки. Это какой-нибудь куролиск. Нет? Блин, я все гадаю. Вот он. Так мы такого убивали. Погиб недавно. Интересно, кто его так отделал? Клочки окровавленного меха. Тот второй был другой окраски. Сейчас он, мне кажется, сюда придет. Улучшенная ласточка. Супер. Так, а что для нее нужно? А, для нее не хватает алкогеста. Ну, значит, скоро мы ее соберем, потому что алкогест, в принципе, это достаточно распространенная штука. Так, тут вы дрались, да? Я сначала подумал, что это ты, но это, видимо, не ты. Блин, камера, прекрати. Видите, тут что-то появляется. Следы лап. Он долго сопротивлялся. Оба потеряли много крови. Еще зацепка, следы.
Для беса слишком маленькие. Это должно быть черт. Наверное, не поделил с бесом территорию. Придется его приманить. И как же мы его приманим-то? Хоть сильно поудобнее. Статья в бестиарии. Ревун. Что, японская мать, за ревун? Мне уже страшно, если он беса так заломал. Не тут ли? Вроде нет. Угу. Должно быть, нет на свете места, где было бы больше чудовищ, чем в Велине. Но в этом есть и кое-что хорошее. Живущие в Велине монстры вынуждены жестоко сражаться за охотничьи угодья. А потому одни чудовища непрестанно убивают других. В подобную братоубийственную войну ввязался один сильный агрессивный черт, который задрал стаю волков, а затем убил существенно более крупного беса. Ревун был поистине опасным противником. Одного его удара было достаточно, чтобы убить человека. Он, я и думал, меня сейчас ваншотать будет 20 уровня. От смерти могли защитить лишь тяжелые доспехи или знак Квен. Более же всего следовало опасаться его бешеного натиска. Ведьмак всеми силами должен был постараться атаковать чудовище. Супер просто. Масло... У меня нет масла против реликтов. Меня это беспокоит. Так, хорошо, это мне нужно наверх туда подняться, наверное. Окей, выбраться я этой стороной сюда не смогу, так что и было запланировано, что оттуда мы войдем, а то отсюда мы выйдем. Но мы все сделали по-своему. Так, найти помет леса, чтобы изготовить. Да мы находили уже. Так, вот жалко, первый, что они не свежие, но для приманки сойдет. Что я делаю в своей жизни? Таскать какашки в кармане. Так, приготовить приманку, используя алхимическую формулу. Давай. Это у нас она где будет, интересно? Ну, в отделе, наверное, как там, противоядие, помните, было? Да, нет у меня против реликтов ничего. О, против гибридов, кстати, могу собрать. Уже неплохо. Так, а больше ничего собрать не могу, точно? Нет, ничего не могу. Так, подожди секунду. Масло против реликтов нужно, понятно. Угу, ок. У вас снова предмет для задания. Приготовьте его к использованию, разместив ячейки в окне доступа, а затем выберите в меню быстрого доступа. Так, а он там по умолчанию не встал? Видимо, нет. Ну ладно. Хорошо. Значит, мы его сейчас сами туда поставим. Так, это не оно в случае? Приманка на черта. Угу. Хорошо. Ну, приступим. Злить. Мне просто показалось, что там, в общем, не важно. Нет, оно все-таки сюда как-то нужно. То есть не самому это все дело швырнуть, а именно. Короче, у меня не получается. Не получается у меня. Ну-ка, может быть. Нет? Давайте посмотрим. Возможно. Ой, господи. Ой, старость, не радость. Возможно, я что-то делал не так. Смотрите, я нажимаю кнопку использования. А, во. В четвертого раза. Готово. Это его привлечет. Так, нужно еще три таких же. Тихо, только не убейся. Ок-ок-ок, хорошо. Ох, жарко. Шо пипец. Шо пипецки. Так, это у нас...
Это ближе? Вроде да. Хорошо, давайте сохранимся. Запах миль на 5 вознесется. Я представляю, там пахер. Он появится. Надо просто подождать в пещере. Так, хорошо, мне на самом деле интересно, где же все-таки нормальный вход в эту пещеру, потому что я же как обычно все сделал. Я и сейчас буду так же делать или что? То есть вот пещера, как бы, да? Вот тут вот вход. Следовательно, второй вход у нее, скорее всего, где-то тутово. Или тутово. Нет. Странно. Вечно торопишься, просто чтобы вам поинтереснее было. А в итоге получается не очень. Так, ну тут я никакого входа не вижу. Ладно, давайте зайдем как заходили. Что, страшно что ли? Сейчас я тут еще гляну по-быстрому. Значит, вход где-то чуть-чуть подальше. Не будем тратить время на его поиски, если у нас и так все нормально работает. Не дотестировали, ребятки. Так, не то дерево. Вот так вот. Так, давайте мы что-нибудь быстренько схаваем и восстановим таким образом здоровье. Оно, конечно, не очень быстро восстанавливает, но все же. Как думаете, кошка нам нужна, нет? Я думаю, не особо. Так, хорошо. Ладно, пойдем. Не, наверное, все-таки нужна. Потому что, ну, зачем мы ее вообще делали тогда? Чтобы не использовать ночью в пещерах. Мне не нравится, что здесь довольно... Господи. Ну давай. Как говорят веленские бандиты, я из тебя остатки сделаю. Это я зря сделал. Так, приходи в себя быстрее. Хорошо, давайте пускай у нас потихонечку пока восстанавливается с помощью... Так, где у нас, блин, ласточка? Да, пипец. Так, руки слишком большие. С отпрыгом будет больше проблем, чем я думал. Слушай, у него жизнь что-то не особо тратится, я бы сказал. Это будет довольно долго. Но с другой стороны, такого разрыва у меня давно не было. Так, теперь я ничего не вижу, значит, у меня шансов вообще нет. Ну, я могу ласточку применить, но... Я, наверное, предпочту этим не заниматься. Я думал, меня сейчас убьет. Я так замешкался тут. У меня скорее меч сломается, чем я его убил. А, замешкался, получил. Не, наверное, я его так могу убить. Да, я его так могу убить. Но ну его нахер. Я, короче, пойду сейчас отсюда. Ага. Ворот. Ворот, ты что? Ворот, зачем ты ничего не сделал? Что тут скажешь? В общем...
достаточно легкий противник, который действительно не вызывает никаких осложнений. Уровня так на 50-м, блин. Не знаю, сейчас я пока, но вы видели. Урон ему не сносится, регенерирует он, судя по всему. Не знаю, один раз я увидел, что у него жизни восполнились. Регенерирует он знатно. То есть, вполне себе неплохо. По силе ударов, в принципе, не так все страшно. Да и уворачиваться можно. Но я буду его бить слишком-слишком долго. Я сейчас испугался на секунду, потому что я не смогу выбраться отсюда, кроме как через него. Действительно испугался. Но в итоге я, короче, выхожу отсюда, потому что, ох, япона, мать, ты бы еще убился, давай. Геральт, Геральт. Заказ, таинственные следы. В общем, запомним, и уровни через 5 сюда на рекомендуемом уровне придем. Потому что я что-то не потянул, честно говоря, на удивление. Хотя, скажем, с волколаком, который на 7 уровней больше меня был, справился, как вы помните. Но эта тварь какая-то откровенно конченая. Ладно, давайте на этом заканчивать. В следующей серии пойдем помогать Трис Мери Гольд. Вроде как там говорят, что-то интересное опять же будет. Ну, посмотрим, в общем. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось этот бой. С вами был Артур. Всего хорошего. Всем пока.